Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владимир Довгань. Я обращаюсь к психологам, коучам. Вы сегодня очень важные люди. Врачи, ученые, медсестры, медперсонал и вы оказались в красной зоне на передовой спасения жизни людей. Человек – это же не только тело, да, ДНК, РНК, клетки, органы, функции. Это еще личность. Это еще любовь, оптимизм, жизнерадостность, счастье, дружба, смысл жизни. И вы отвечаете, как и врачи, медсестры, за жизнь людей. Я хочу попросить вас изучить, попробовать новую методику Суперджамп. Я принимал участие в разработке этой методики как бизнесмен, как предприниматель. Моя задача была сделать так, чтобы психологи, коучи зарабатывали не просто большие деньги, а стали настоящими звездами. И мы эту задачу с точки зрения бизнес-технологии, методологии выполнили полностью. А методика Суперджамп, я несколько слов скажу, чем она отличается, а вы потом ее потрогаете, посмотрите, изучите. Вам будет даже любопытно. Итак, смотрите. Первое, да? У психологов, коучей нету пассивного дохода. Ну, я вот на такую табличку подготовил, дощечку. А пассивный доход что такое? Это когда мы с вами ничего не делаем, ну, перед этим поработали хорошо, да, и получаем деньги. И наши деньги получают еще наши внуки, да, и правнуки. Это и есть пассивный доход. У психологов, коуча он просто отсутствует. Я считаю, это несправедливость. У бизнесменов, финансистов, инвесторов он есть. А у самых главных людей на Земле, у вас, кто спасает жизни людей, его нет. Так вот, смотрите, наша методика Суперджамп – это огромная бизнес-технология. Ну, считайте, новая индустрия. Преимущество такое, что есть пассивный доход. В методике Суперджамп все рассчитано так, что вы можете зарабатывать не только работая с клиентами, но и на обучении профессии. Психология. Ну, я как психологи говорю, как общий какая-то зонтичный бренд такой, да? Много школ, направлений. Ну, мы знаем с вами в Америке. Диплом психолога дешевого университета стоит 110-120 тысяч долларов, а дорогой стоит 500 тысяч долларов, 4 года. Эти деньги зарабатывают университеты, правда же? Гарварда, Стэнфорда и так далее. Так вот, мы считаем это несправедливо. Почему? Да, вы обязаны зарабатывать просто эти деньги. Дальше, мерчендайзинг. Так как все разрознены, ну, это как вот каждый владелец ресторана. И даже если вы владелец лучшего ресторана в городе, в стране, вы не сможете зарабатывать на мерчендайзинге, да, с торговой марки. А объединившись вместе, используя технологии, бизнес-технологии, да, это не психология, не методология, это бизнес-психология, это бизнес-методики. Сравнение ресторан и Макдональдс. Да, Макдональдс стоит сколько? 160 миллиардов долларов. Один ресторан вы не продадите. Да? Вот объединение по особым, простым, понятным, честным, очень полезным для людей бизнес, да, принципом позволяет вам мультиплицировать, увеличить свой доход в разы. То, что обычное не дает. Ну и, конечно, IPO. Дальше, смотрите. Следующее еще очень важное преимущество. Да, сегодня, ну, очевидно, пандемия, да, вирус. 100 миллиардов видов вирусов на Земле. Расшифровано чуть больше 6 тысяч. Да, и понятно, что они мимикрируют, постоянно мутируют вирусы. То есть задача какая стоит перед нами? Закалить, натренировать, укрепить иммунную систему у миллиардов людей. Вот наша методика Суперджамп позволяет это сделать, конечно. И у нас идут групповые занятия. То есть так вы работаете с одним человеком, как правило, а у нас группы по 10 человек. Это нужна синергия группы, но и в 10 раз большему количеству людей можно помочь. Это вот я говорю поверхностно с бизнес-технологией, да? Если взять, посмотреть по принципу, то принцип Суперджампа, он тоже очень сильно отличается в лучшую сторону. Смотрите, что я называю всякие разные методы, опробированные помощи людям, ну, их миллион. И НЛП, и гештальт, и психоанализ, чего только нет. Но в основном все эти методы построены, работают как? Человеку плохо, он звонит психологу, да, мне плохо, и я попал в яму, эмоциональную, психологическую, неважно, да? И психолог его вытаскивает. Вытащил, потом снова попадает в яму.
Принцип методики Суперджамп принципиально другой, да? Мы постоянно в человеке развиваем позитивную энергию, уровень счастья, уверенности, да? Постоянно. Вот как в карате. Развивают силу духа и тела, или там в йоге, или в айкидо, допустим. Точно так же наши клубы Суперджамп, как клубы карате, как клубы йоги, йоги постоянно действующие, да? И мы не лечим депрессию, другие психические заболевания, психологические. Это ваша профессия. Мы учим людей быть счастливыми. Мы сразу развиваем у них энергию, укрепляем параллельную иммунную систему, закаляем, что сегодня очень важно. Это тоже огромный рынок, и ваша помощь очень нужна. Методика Суперджамп очень молодая. Да, сама по себе, но уже переведена на все основные языки: китайский, английский, французский, немецкий, испанский и так далее. Вот я вам продемонстрирую подарок. Это мой друг, хороший коллега, теперь уже Пол Рамси, да, из Калифорнии, руководитель крупной корпорации, 65 лет, потрясающий человек. Он 5 лет болел депрессией. Придя в Суперджамп, на 7-й день, вот, вот сами у него можете спросить, да, вот, он избавился от депрессии. Да? Вот издал даже книгу «Суперджамп», подарил мне с дарственной надписью. И сегодня «Суперджамп» и во Франции, и в Германии, и, то есть на всех практически основных языках, и в Индии, и в Китае, и в Корее, да, мне сложно перечислить те языки, на которые «Суперджамп» не переведен. То есть это апробированная, очень мощная система, которая очень нужна людям. Я прошу вас, уважаемые психологи, я вас бесконечно уважаю. Бесконечно, еще раз подчеркиваю, вместе с врачами, с учеными, вы на передовой. Вы работаете в красной зоне, вы спасаете реально жизни людей. Попробуйте, да, а вдруг вам понравится. Ну, скорее всего, понравится, да. И тогда мы сможем сделать вместе намного больше. Удачи вам, здоровья. Еще раз огромная благодарность за то, что вы спасаете жизни людей. Это невозможно переоценить. Удачи вам и здоровья.